Сейчас я как бомба замедленного действия. Если меня вовремя не обезвредить, я взорвусь. Ра-ра-ра, Кирилл, посмотри на стену слева! Тебя кто-то обозвал! Да, Рекси, и правда обозвали. Пиздец. Итак, ну что же, наконец-то, снова, да, именно снова, я всех приветствую на своем канале Кирилл Женский в новой серии Червя, да, в новой серии Червя Джима, по-моему, если я не ошибаюсь, пятой, но могу и ошибаться. Так, начинаю. Оттуда, где мы завершили прошлую серию. Она очень была давно, прошел месяц, да, где-то в феврале, в начале февраля была записана предыдущая серия, и теперь, спустя месяц, я записываю следующую серию. То ли это пятая, то ли четвертая, по-моему, все-таки пятая. Но если я ошибся, то простите, извините меня, заранее не посмотрел. Да, были дела... Понятно. Были дела, из-за которых я не мог записывать прохождение. Были дела и проблемы, они и сейчас есть, но надо же когда-то продолжать. Не все же время мне останавливаться. Итак, значит, что? Что? Ой, блядь, что это значит? Блядь, заколебали. Я только начал, уже меня атакуют все, блядь. Как я с таким количеством хп пройду дальше? Что это проходит? И что делать? А он не стреляет. Он в прыжке не стреляет. Я забыл. Капец, я не знаю, как проходить. Сейчас попробуем. Вот, видите? И цепляется все время. За ту ерунду. Сейчас попробуем. Ой, вот теперь есть шанс. Да, я начал, получается, с сейвпоинта, с F8, и получается, я заранее сохранил все данные звука, звука музыки, звука эффектов, чтобы все было потише и чтобы меня было слышно. Да, да, народ, именно, и именно так. Ладно, сейчас придумаем. Так, F5. Это я помню, да, это я помню. F5, F8. Куда ты? Да что ты? Да повсюду, просто повсюду. Просто повсюду, ладно. Да ты задрал мне хватать, скотина. Опять F5 нажимаем. Так. Так. F5. Отлично. Вот слава богу. Слава богу, что в отличие от этого задротского Раймана, который мне сделал мой друг по Шенди, мальчик. Ой, со своими редизайнерами. Тут можно сохраняться где угодно. Не нужно постоянно начинать с какого-то определенного чекпоинта. Ой, а то чувствую себя какой-то бомбой. Еще чуть-чуть и взорвусь точно. Это, блин, на самом деле... А, что это такое? Так, давайте F5 нажмем. Еще хп мало осталось. Как мне с таким хп проходить? Не перепроходить же все это снова. Я уже боюсь уже шаг сделать. Тут находится у нас опять свинья какая-то. Не знаю.
А, тут надо вот так сделать. А тут не открывается, понятно. Я не понимаю одного, я это проходил или вообще или нет? Я не помню. Я не помню. А, нет. Это я не проходил. Просто повторяющиеся моменты, которые, ну, похожие повторяющиеся моменты. То есть я помню, в прошлой серии мы вызывали вот эту вот крысу или этого хомячка. Или это морская свинка, да, именно морская свинка. Вот, она пробегала. И я знаю, что вот эти псы, они, их можно убить только с помощью вот этой вот морской, ну, морской мыши, морской свинки. Вот, нашел. Нашел, да, да. Все, отлично, сохраняемся еще раз. В общем, народ, непросто. Непросто мне будет, поскольку 7 хп это не шутка, я не знаю, как что там. А, вот. Вот. Сейвпоинт, ну хоть что-то. Вот иду, вот сейчас крайне боюсь каждого, блядь, шага. Вот серьезно, народ, вам говорю. Золотая лихорадка, мне нужен Форт Нокс. Я иду на запах денег, что учуял мой нос. И если будет надо, сука, лягу костьми ради счастья семьи. О, опять? Я забыл, как управлять, я забыл. А, вот как, все вспомнил. Похоже, уже поздно. Просто повторяются моменты многие. А, вот, зарядить можно. Это хорошо. Это хорошо, можно зарядить. Аппарат нам заряжать нужно. Даже до 100. Нормально. Точнее, до 99. Но тут нам предстоит длинный путь, поскольку нам дали достаточно много. Зарядить этот аппарат. Я даже побаиваюсь, честно, народ. Я реально побаиваюсь. Потому что в прошлой серии я мучился, не понимал, как он управляется. Только сейчас более-менее стал понимать этот момент, бляха-муха. Постараюсь не материться, народ. Я на самом деле не люблю материться, но когда такие моменты происходят, блядь, серьезные, тупые, просто приходится это делать, дабы хоть как-то смягчить свой пыл, иначе просто-напросто нервы мои сдадут. И я не смогу дальше записывать прохождение. И самое главное, не врезаться в горы, потому что будет убавляться большее число секунд за использование этого аппарата. Так. Блять, вот как сейчас, вот опять матерюсь, вот опять, ты что ж такое? Так, тут надо, блин, крайне внимательно, такое странное, да, странное управление. Я, да, вот честно, вот ни в одной игре не встречал такого, ни в одной. Да ёб твою мать, так, осторожно. Не врезаться, а быстро надо, главное, еще и не врезаться. Это, блядь, непросто. Вот опять еще что-то. Так. Страшно, страшно, народ. Почти. Теперь я наконец-то увидел. Наконец-то я теперь увидел, народ, получается, что? Дно. Увидел дно, то есть, когда уже мы наконец приземлимся с этого аппарата, мать твою. Поэтому теперь я знаю, и теперь, скорее всего, я продолжу с конца, потому что... Тут нельзя комментировать, нам не дадут сосредоточиться. И да, плохие новости, у меня 0 хп, нужно крайне аккуратно.
надеяться только на сейвпоинты, которые в эмуляторе. Так что, народ, пожелайте мне удачи. Не буду вас мучить. Пройдешься ты уже наконец или нет? Блять! Пройдись! F5. Слава богу, наконец-то. Наконец-то залупа закончилась. Слава богу. Извиняюсь за грубость, но это так. Минут, наверное, 15. В лучшем случае я проходил только этот момент из этого уровня. Это капец. Это капец, народ. Да. Только благодаря тому, что у меня еще есть сейвпоинты в любом месте. Я сохранился с того самого момента, когда мы полностью подзаряжаем этот водный аппарат. Все 100%, чтобы успеть по таймингу долететь до сюда, то есть доплыть. Это капец, народ. Я прям реально сейчас боюсь. Я прямо серьезно боюсь. Это что такое? О, не может быть, прошли уровень, да? Нормально. Но мы на самом деле еще в прошлой серии начали проходить. Давайте, наверное, заснимем на всякий случай. Сделаем фото. Пароля, потому что я мало ли что случится, и придется начать именно отсюда. То есть с сохранения игры. А не с этого самого. А не с их поинтов программных. Все, сделали. Фото. И следующий уровень Энди Экстероидс. Астероидс. Подводный, не подводный, не знаю, наверное. А, нет, наводный. Наводный, который мы уже встречались с вами в позапрошлой серии, по-моему, если не ошибаюсь. Как ускоряться? А, понятно, я понял. Я понял, но мы его не догоним уже, потому что он уже далеко, надо было сразу понять, что нас ожидает опять эта галиматья, и начать проходить, а мы, я не понял этого, не мы, а я, буду за себя говорить. Хоть мы с червем Джимом и вдвоем играемся, но буду говорить за себя. И вообще, червь Джим по мне соскучился, я давно уже его не проходил. Забил голову себе то учебой, то Райманом, то, впрочем, всякой фигней. Пришлось немножко отдохнуть от червика. Ну вот мы, кажется, немножко поддогоняем нашего соперника. Но самое главное не врезаться. Не врезаться. Бля. Блять! Вот я про это и говорю. Сука. Ты что ж такое, ёб твою мать? Алло. Пиздец. Понятно, понятно, вот, понятно. Как разработчики любят своих игроков. Понятно. Нихуя они нас не любят. Это что? Не знаю, что это? Не знаю. А, понял, что это такое. Наверное, это этот сам придурок. Как-то мне Павел сказал, что можно, можно его победить, можно. Но я сначала не понял, как. Как-то вот да, именно так. Да, как-то так его и победить и можно, на самом-то деле. Именно как-то так. Да. Иду на да. Именно на да. Псайкл. А. Отсюда. Ну понятно, отсюда.
не понимаю, вот я к нему дотронулся, он как-то... А, вот, вот попал, наконец-то я понял. Я понял, как, собственно, его мочить. Я понял этот момент. Вот, вот, вот. Именно об этом, скорее всего, Павел и говорил. Да, я этого не понял. Бля. Вот, именно да, именно об этом. Именно об этом я позапрошлой, получается, серии не понял. И подумал то, что это ловушка, что невозможно, в принципе, никак. Блин, у меня нету. Это заебал меня уже. То он кто-то вверху подвис, блин. Ты внизу подвис. Скотина, блин. Сука. Что ты задрал? Вот, попал. Сколько раз нужно попасть? Куда так висит? Сколько раз? Вот два раза попал, да? Вот сколько еще раз попасть? Ты отлетаешь, блядь, цикло ебучее! Сейчас, блядь, ремень возьму нахуй, тебя шлепу в угол поставлю, придурок! Ты мочи-то его нормально, ты заебал вверх подвисать, ебла! Ты можешь, блядь, вниз идти, придурок! Тупой, блядь, дебил! Дебил! Три раза! Сука, бесишь! Быть не может! Быть не может! Прошли, так, F5, где F5? F5 нажмем, сейчас сфотографируем, еще пароль сделаем. Тут, скорее всего, идет другая линия. То есть, если мы проходим этот уровень и обгоняем его, нам дается какой-то один уровень. А если мы проходим уровень и его убиваем, как босса, то нам дается, походу, какой-то другой. Какой-то совершенно другой уровень. Ну, не знаю. Не знаю, что лучше, что хуже, но в прошлый раз, в позапрошлой серии, я его обогнал. А в этот раз я именно его убил. Но он, опять же, заставил меня, народ, материться. Что я делать не люблю, но заставляют. Вот скажите им спасибо, буду материться со всей дури, блядь. Потому что не могу уже с ними играть. Разработчики меня задротят, я этого не люблю. Я люблю, когда все легко проходится. Это что за... Это что такое? Тоже какой-то... Что это такое-то? Я не знаю, что это такое. А в чем прикол? А, типа надо только вот столкнется с этой веревки, с этого каната или что? Я не понимаю. Или надо просто выжить, что ли? Не пойму. Я не понимаю. Не понимаю смысл этого уровня. Я пока не пойму, народ, смысл данного уровня. Это что такое? Типа просто нужно... Нужно уничтожить, я понял. Я понял. Все, понял. Нужно, как по-моему, уничтожить его веревку. Нужно, короче, его веревку отрубить, чтобы он упал. Как это только сделать, непонятно. Блять. А. Эдши! Эдши, блядь! А, жопа болит. А. Так всегда после чихания мне жопа... начинает болеть. А, вот как. Нужно просто до него, короче, доебываться. Я понял. Доебываемся вот так до него.
Это скотина. И где прикол-то? В чем? Когда мы как понять, что мы его убиваем? Понятно. Все понятно. Ладно, сейчас, короче, просрём все три попытки. И я уже непосредственно начну заново этот уровень и поставлю сейфпоинт. Ой, не сейф, на, сейфпоинт поставлю. А, да. Нужно, получается, от него отталкиваться, я понял. Да, отталкиваться нужно, походу. Именно отталкиваться. Если я правильно понял вообще, потому что я вообще не понимаю, в принципе, этот уровень. Пока что. Так, вот сейчас этого делать, видимо, нельзя. Да. Похоже, вот так. Ну, где я сильно не понимаю. У меня она рвется. У меня она рвется как целка. А у него она нифига не рвется. Это как понимать вообще? Я не пойму, ёб твою мать. Как это понимать? Что у меня она рвется, а у него нет. А, вот как он. Надо нажимать, получается, вверх и вниз, чтобы быстрее все делать. Нужно. Вот, понял, все. Нужно вверх и вниз нажимать на джойстике. Да, нужно вверх и вниз. Блять. Не делай так больше никогда. Пидорас. Ладно, сейчас начнем заново. Ну что такое-то? Это что, блядь, такое? Вопрос. Ну, понятно. Понятно. Надо вводить заново пароль. Слава богу, что я сфотографировал. Слава тебе, Господи, что я сфотографировал эту хуйню. Иначе проходили бы мы с самого, ёб твою мать, начала самой игры. Представляете? Вот именно так бы оно и произошло. Хотите верьте, хотите нет. Ну давай, загружайся. New Junk City, блядь. Ну конечно, конечно, New Junk City. Я прям хочу с самого начала играть. Ну да, это прям вообще заебись. Извините меня за мат. Сейчас введем пароль и начнем оттуда. Все делать. Дело все делать. Ну что, вот, сейчас все сделаем. Так, паспорт. Так, вводим. Блин, вот. Так, кран. Так. Еще кран другой. Кухонный. Да. Пистолет. Бластер, или как он тут называется. И что там? И корова. Все. Все. Начинаем оттуда, откуда и должен быть мод. А, это что-то другое. Стоп. Это что-то другое. Другое название. А, не, все правильно, да, все правильно. Все правильно. Так, и мы не забудем еще F5 нажать. Вот здесь, да, F5 нажимаем. И теперь отталкиваемся вот так вот. Туда-сюда, туда-сюда, вверх-вниз нажимаем, туда-сюда. Народ, вы знаете, 80% все смотрят пацаны, поэтому туда-сюда вы знаете, что это такое. И с кем, с чем это едят, вы знаете. Что мне вам объяснять. Так, еще раз, оп.
Оп. Так, осторожно. Да он уже рвет. Блин, звонок какой-то. Кто-то мне звонил. Блин, не люблю, когда вот я что-то делаю, вот записываю, мне звонят. Вот терпеть только не могу. Это приходится отвечать, отвлекаться, вся хуйня. Так, сейчас поставим режим полета. Сейчас режим полета включим. То есть никаких секундомеров. Как? В Resident Evil 4 здесь нет, народ. Я не могу его победить. Как-то вот мне удавалось, сейчас почему-то не удается. Понятно, F8. Так. Сейчас мы должны вниз толкнуть его. Вот, мы его более-менее рвем. Теперь мы должны вниз нагнуться. Вот так, 2, 3, 4. Пять. Шесть. Ну что-то он вообще не рвется. Вообще не рвется, да. Какая-то у него такая, блин, жесткая целка. Любитель, блин, целок. Достал уже меня. Достал ты уже меня, чувак. Давай-ка уже это самое. Отправляйся уже в свой болото, откуда ты, собственно, и пришел. Господи! Да я уже, блин. И как его победить-то, алло? Я не понимаю прикол. Как этот уровень вообще, в принципе, проходить? Смысл мне его-то бить? Я могу просто бить его веревку. Зачем мне его конкретно бить? А, вот оно как. Вот оно как надо. Надо на его уровне лететь и его мочить. На его уровне лететь, я понял. Все, понял. Теперь уже я понял. Да-да-да-да-да, именно так, F5. Квадратик. То есть лететь на его уровне и нажимать квадратик. Так, shot, snote, problem, раунд 2 какой-то. Раунд, блядь, 2. F5 мы нажали, сохранение мы нажали. В смысле, опять что ли проходить? Вы чё? Чё-то посложнее, что ли? Блядь, хорошо, что нажал. F8. F8, да? Да, F8. Сейчас еще раз нажмем, чтобы потом поступить этот раз. Все, нажали. Что-то посложнее, видимо, будет. Видимо, посложнее. Вот нас будут, жирают нас. Только надо аккуратнее, да, чтобы нас не сожрал. Так, блин, что ты подвисаешь-то? Так, непонятно как. Блять, вот это я терпеть не могу, когда он делает. Блять! Ты заколебал, ты можешь уже. Блять, он сопротивляется, сука, он сопротивляется! Чувствую себя как на воротах, блять, в футболе. Сука! Да ты заколебал, мразь, давай это сам. Какой-то уровень какие-то ебанутые, я не понимаю. Дайте мне нормальный какой-нибудь уровень. Мне надо ходить, передвигаться. Вот как это было вот в начале этой серии. Ты за... Надо, короче, не касаться этого.
не касаться вот этих скал, иначе будет рваться, рваться будет целка. Рваться, именно рваться. Бляха-муха. Я порвать не могу его целку, блин. А-а-а! Бомблю уже, иду. Ай! Он сжирает. Блядь, да что ж такое? Все. Пошел. Да, было незаметно, но, блин, надо было. Еще. Еще одна хрень. Давайте сразу F5. Еще третий этап. Третий этап этого говна. И в чем же сложность этого этапа? Мне просто интересно. У него просто больше и длиннее веревка. Поэтому соревнование. У кого длиннее, там, у кого короче, это все понятно. Разработчики извращенцы просто-напросто. Разработчики просто извращенцы не хотят напрямую об этом намекать. Они просто, ну, точнее, говорить, а они об этом только намекают. Именно намекают, не говорят, а намекают, блядь, твою. Ай! Я вверх подвисаю, какого хера? А, я понял, в чем сложность. Я понял, в чем сложность этого третьего уровня. В том, что этот монстр снизу, он получается везде. Он везде, получается, двигается. Не на одном левом уровне, а по всему уровню. Видишь, он везде. Он просто везде передвигается, этот монстр. Надо опасаться, во-первых, скал. И, во-вторых, опасаться, когда вот так вот он крутится. Понятно. Опять ставим на этот самый. Ну, записалось опять, как обычно. Под конец. Все записываю под конец. Так, опять у нас новый сейвпоинт. Надо делать фото, потому что мало ли опять такая произойдет хуйня. Опять все заново. Надо опять что-то делать. Иначе будет очень-очень неприятно. Игры 90-х, там все старые вот эти вот, они такие, в кавычках, сюрпризы преподносят, что просто, мама, не горюй. Если сейчас, в настоящее время, современные игры делают как? Через каждую секунду тебе сейвпоинт, 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 так до конца игры. То раньше как делали? Один сейвпоинт, два на всю игру. И дрочи, как хочешь, блядь, сиди. Что я могу еще сказать? Ну, заставляет опять ругаться. Что я могу еще объяснить по этому поводу? Да ничего я не могу объяснить. А женскому проходисту. Энди Астероид. Ну что это такое? А, кажется, понял, что это такое. Кажется... А, нет, опять. Опять надо этого сам обгонять. Так, понятно. Ладно, думаю, мы справимся. Мы, кстати, его обгоняем. Только теперь стало больше этой хрени. Ай, блядь, больше стало, говорю. Идите нахуй, говно. Задрали, блин, правда. Откуда же вы беретесь, блин? Я из вас того говнюка обогнать не могу. Я его побеждал уже раз. Блин. Ну, блин. Ну, хватит так близко-то. Я же еле-еле влево лечу. Он, блядь, появляется. Сука ебучая. Ты можешь понять, что, блядь, задротишь меня, разраб ебаный. И на этот раз это не по шее, не мальчик. Со своим Раймоном. Это уже через Джим, блядь, быстрее лети, обгоняет. Ай! Ай! Сука. Ай! Ай, блядь, ебанутый. Молодец. Что могу тебе сказать?
Астероиды, вот нахер там их поставили? Сайкрон, нахер там поставили эти астероиды? Вот что мне теперь делать? Опять его проходите. Опять проходите этого придурка. Забрал меня уже. Законопатил меня, сука. Так, делаем. Это 5. Что это было сейчас? Попали, блин, опять, что ж ты? Не даю. Я тебя мочу, блядь, еблан, ебаный. Вот я тебя мочу, наконец-то попал. Сука. А то улетел, наконец-то. Ну иди нафиг отсюда, чтобы я не видел больше. F5. Так, еще один. И что ж такое? Каждый уровень, одни пароли. Я уже заколебался их сохранять там. Самое. Фотографировать. У меня сейчас флешка закончится. Не, серьезно, сейчас флешка закончится. Капец какой-то. И что же сейчас за уровень пойдет? Levels. Что за... А, Level 5. Level 5 называется. Ну, наверное, последний пройдем и хватит. Я уже заколебался уже играть. Все, последний уровень проходим. Или это босс? Что это такое? Я не понял юмора. А, можно было флестом еще убить, что-то я не подумал. Даже так, ничего себе. Новые враги пошли. Пугает меня этот трайл, ой, черт джим этот, блин, капец, как ну и что делать, что ты не можешь подняться, что ли? Ты заебал меня! F8. Сейчас еще раз F5 нажмем. Я понял, я давай уже, начинай. Начинайся уже, я все понял, F5. F5. Все. Так. Убиваем от греха подальше. А, вот, хлыстом, да, работает, работает, как я и утверждал. Ну что ж такое? Чуть вам, чё вам всем надо? А, вот этот херь прыгает, вот эта вот херня. Это она прыгает. Понятно. У меня уже патронов нет. Ой, тут еще обрыв, ни хрена себе. Короче, последний уровень не хватит, я уже устал. А может даже и уже заканчиваю. Сейчас, если не получится, то я уже реально устал. Что делать-то надо? Что-то не понял вообще, что делать. Ну и что? А, вот он. Надо, оказывается, на эту херню прыгать. И он не прыгает, и что дальше? Так. Ты что ж такое? Прыгни ты уже. Блять. Понятно. 5-8. Что ж такое? Задрали, правда уже. Ну, задрали, замучили. Скоты, блять, дайте мне вас убить! Пидорасик.
всё, никаких хлыстов. Только с бластером буду вас ебать. Что ж такое? Уйди. Ладно, как хочешь. Просто ну замучили. Уже новые враги, уже новые проблемы. Ну что ты куда-то прыгаешь от меня? Иди сюда, возвращайся. Вот, бластер получили. Ну да, придется помучиться немножко. Там надо попрыгаться, да, попрыгать все от меня. И что это сейчас было? Я идеально прыгнул, и ты не зацепился. Ты охренел, червь. Не бери пример с Раймона. Ну что ж такое? Я же зацепился, алло. Что за галиматья? Да ты дебил, что ли? Объясни мне, блядь. С первого раза зацепился, сейчас не может он зацепиться. Что ты, блядь, делаешь? Да, блядь, да что ж такое? Ты, блядь, дрыщ, что ли? Не понял я. Мало, блин, того... Мало того, что на стенах пишут, что я долбоёб. Извините меня, кто бы это ни был. Так еще и здесь червя Джима таким считают. Ну, наконец-то. Наконец-то. А, вот как. Давайте, наверное, сейчас нажмем. F5. Да, вот так. Что в будущем. И что это такое? А, все, идите отсюда. Конечно. Это что такое? Дальше что? Да вы ебанутые, что ли, совсем? Мне объяснить, что вы творите, блин? Что это такое, я не пойму. Что это за вражины? Все, это и... А, надо его уничтожить. Хрена он уничтожается. А, нет, уничтожается, оказывается, хлыстом надо. Чуть я не подумал, действительно. Так. А дальше-то куда идти, непонятно. Вот опять упал я, вот чё я вот упал? Не пойму вообще, юмор. Вот как, хлыстом, да, хлыстом быстро убивается. Да, точно. Надо было это иметь в виду. Нажимаем F5. И куда там дальше, я хер пойму, что... А, вот, наверное, куда. Вот, наверное, куда дальше. Вот, наверное, куда, точно. Да скотина ты. Все, вот так оно оказывается. Вот так оно оказывается лечится. Именно так, да. И куда дальше, непонятно. Непонятно, куда дальше-то идти, алё. Ты скотин. Включил уже и то. Может, надо пригнуться как-то. А он как Раймон не ходит, пригнутый. Он только пригинается, сидит. Ну так что делать-то надо, непонятно. Что от меня хотите-то? Что от меня хотят, вопрос. Не пойму я юмора. Что от меня хотят? А, вот оно что. Сейчас, походу, что-то двигается, вот, видишь?
мошенник что-то двигается, смотри. И что дальше-то, Олег? Вот надо до последнего его так бить. Непонятно, что делать-то. И что делать, я вообще не понимаю. В чем прикол-то? А, вот что-то было сейчас. Вот этот самый. Решетки, они закрыты. Мне опять непонятно, что от меня хотят. Разраб, что ты хочешь, чтобы я сделал, чтобы ты дал мне дальше пройти? Объясни. До последнего, что ли, бить, не понял я юмор. Она вообще не убивается. Что это такое? Ой, я вот сейчас не знаю, видно меня вообще было или не видно, я вот это вот не знаю. Так потемнело, пока я проходил. Это вообще жопа просто. Если не видно, друзья, то извиняйте, я не понимаю, как эту хуйню пройти. Что это за звездочка была сейчас? Что это сейчас была за звездочка? Ну. Что такое? Что ты хочешь-то? Какой-то уровень ебанутый совсем. Непонятно, блядь. Вот что хотят? Вот подскажи мне, что ты хочешь? Вот, блядь, скажи, что делать надо? Ебало. Понятно, долбоебизм. Так. В общем, посмотрел я прохождение, показывают, что мы, оказывается, добили не все, не все вот эти вот круги, вот мы сейчас на него прыгнули, это круг, его нужно активировать, по-моему, хлыстом, что ли, если я не ошибаюсь, вот. Надо вот эти вот решетки тогда откроются, когда мы все вот это вот сделаем. Вот он нас сейчас бьет, да? Чтобы убить, я хер вообще его знаю, честно говоря. Надо возвращаться назад. Ну давай уже. Просто возвращаемся назад. И доби. А вот, эскалатор поднимается, смотрите, народ. Я должен, блядь, догадываться, как бабка-угадка, да? Что тебе сказать? Что надо пойти, блядь, обратно. Я должен до этого догадываться, извините вы меня. Вот что за фигня, что за ерунда. Вот из-за этого меня вот бесит вот игры 90-х, вот это вот. То, что все надо самому додумываться, вот самому. То есть тебе нихера ничего не подскажут, что вообще да как. Сам бери и дрочи, извини меня за нелепое слово. Потому что, ну как такое возможно, ну бесит просто, не могу. Ты задрал меня. Уйдите, пожалуйста. Замучит. Просто замучит. Да что ж такое, блин. Надо сейчас сделать сохранение снова. И вот, скорее всего, когда мы вот пройдем там, слева, мы тогда откроем вон там, уже справа. Так оно и получается. Так оно и выходит на самом деле. Давайте вернемся еще. Да. Еще раньше. Тут вот и шарик есть. Черный. Который тоже надо активировать.
Блин, не понимаю. Ладно. Ладно, ладно. Не будем зацикливаться, идем просто дальше. То есть сюда. Так. Да что за, блядь? Что за блядство? Объясните мне, что это такое? Вы мне время рвете, мое. Заеколебали, реально уже. Народ, я вот не понимаю одного. Вот многие, особенно вот из Америки, вот такие вот игры, как Rayman, вот Черв Джим, именно из Америки вот выпускают вот многие. И неужели вам их смотреть интересно? Если у них каждый уровень проходится абсолютно, блядь, идеально. В чем тогда интерес? Если я бомблю, если я туплю и прочее. Они же не тупят. Как может быть интересно смотреть на того, кто не тупит? В этом-то весь и смысл, что интересно смотреть на того, кто тупорылый, как я сейчас. Блядь. Это замучили меня. Так, давайте нажмем, наверное, сейчас. F5. Вот так, чтобы потом отсюда начать. Да, именно вот так. Вот так, да-да-да. И никак иначе. А что делать дальше, я не понимаю. Мы туда допрыгнуть с вами не можем. И что тогда делать, непонятно. Ладно, сейчас посмотрим. Может быть, нужно снова вернуться обратно? Фиг его знает. Что ты, блин, будешь делать? Опять через эту парашу проходить. Сейчас нажмем еще раз F8. Ой, F5 точнее. Чуть F8 не нажал. Капец. Понятно, хорошо, что нажал сейчас F8. Ну, давай там. Вот, все, собрали. Сейчас посмотрим, что у нас там откроется. А нихера у нас там ничего... А нет, нет, нихера ничего не открылось. Я не знаю, в чем прикол. Я не знаю. Это, походу, надо еще раз смотреть прохождение. Чуть я ничего не понял. Что делать-то надо? И что? Ты можешь запрыгнуть на этот шарик? Капец, короче, полный. Надо нажимать вверх. Понятно. Непонятно, то есть нихера ничего. Опять смотрю прохождение, чтоб понять, блять, как, сука, проходить дальше. Это говнище ебаное. Нет, народ, походу все правильно у нас с вами было. Походу все правильно. Что-то я затупил. Сейчас посмотрим, что там происходит. Вообще я не понимаю. Это похоже затупил я. Это не игра, это похоже я затупил. Надо просто прыгать сейчас. Нет, не сюда. Вот так сюда прыгать. Потом вот так вот сюда. Потом вот так сюда. Ёб твою, блядь. Надо, короче, прыгать вот на эти черные платформы. Да-да-да-да, именно на них надо сейчас прыгать. Некоторые искрят. Ёб твою, да что ж такое, блядь. Ну хотя бы теперь понял, как проходить дальше, и то плюс. Сука, я уже прохожу часа два, наверное, уже. Я уже не знаю, как я прохожу. Вот, F5. Часа два прохожу, наверное, скорее всего, да. Скорее всего, да. А как иначе еще будет? Я не знаю как. Мне задротят, понимаете? Continue F5.
У нас будет с вами всегда два континью. Это что такое? В чем прикол? Какая-то опять ерунда. Что это такое? Что это такое? Что это, блядь, такое? Надо, наверное, стрелять. В чем прикол? Что за хуйня? Они убиваются. Убиваются, только они какие-то слишком быстрые, эти хрени. Это надо знать, какая сначала пуляется, какая потом. Пиздец какой-то вообще. Что вы творите, разрабы? Вы ебанутые, что ли? Мне Раймана, блядь, по шенде этого хватает. Вы еще, блядь. Пиздец. Я не понимаю, они слишком быстро двигаются. Вот тут бы мне сейчас лаги бы не помешали, понимаете? Да. Вот тут бы они мне, блядь, бы не помешали. Сейчас мы сделаем F5 еще раз. Заранее, вот так вот. Да, вот так мы F5 и поставим. Именно вот так. Да, блядь, он не дает, что нихуя сделать, алё. Пиздец. 3 хпшки мне оставили, скоты. 3 хпшки мне оставили. И что это значит? Как это понимать? Алло. А, вот оно, как это понимать. Понятно. Еще раз F5. Нам всякий случай, как говорится. Надеюсь, то, что было написано на стене в начале видео, было неправдой. Ладно. F8. Сейчас еще раз F5 нажмем. Вот, все, вот так делаем. Задрали. Задрочили меня. Вы дрочите. Сторон, так нечестно. Да ёб твою мать. Ах ты. Ай! 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 Ай, господи! Ай, да ёб твою мать, у меня нету нихуя. Вот, наконец-то, пошло дело. Пошло дело, заставляют материться женского. Да что ж такое-то? Пидорасы. Сейчас еще раз F5 нажмем. Так, да. И как это, блядь, понимать, алё? Как это понимать? Понятно. Что, блядь? Что, блядь? Что, блядь? Что, блядь? Что, блядь? Ай! F5! Наконец-то повезло. Наконец-то. Параша, блядь, ебут меня с каждой серии, блядь. Думаю, ну сейчас, ну ладно, сейчас сложный. Ну ладно, сейчас сложный. Ну ладно, сейчас сложный. Нет. Они, блядь, все, сука, сложные, нахуй. Я просто промолчу. Пиздец, понятно. Понятно.
Еще и платформа шевелится, блин. Жесть какая-то, господи. Вот так вот, да, именно так. Это что такое? И что? Ха, прикол. F5. Что делать-то надо? А, понятно. Понятно, понятно. Именно вот так, да. Ты что ты, блядь, будешь делать? Раз. А, он управляет ими, понятно. Пес этот сраный управляет этими медузами летающими. Все понятно. А делать-то что надо? И что дальше-то, алё? Хм, интересное кино. Что делать дальше надо? Вопрос. Понимаю вообще ничего. Что от меня хотят? А, вот оно что. Кто ж знал? Кто ж знал, что через ту колонну можно перейти? Кто же это знал? Интересно, блин. Ну, запрыгивай. Да что ты, блядь, будешь делать-то, алё? Что ты будешь, блядь, делать? Вот, все убили, вот оно что оказывается, вот оно что он делал. Все же просто, если разобраться вот так вот, все же просто. Сука, это кроме тебя, конечно. Тут ты иди нахер. Судова. Так, раз. Да ты задрал меня, говно! Сука. Все, сейчас все быстренько сейчас их сделаем. Ну, что ты будешь делать-то, алло? А, вот он, что забыл. Забыл, бывает. Бывает. Ты сука, скотина. Ах ты ж скотина. Пес еще сраный. Что это? Вот что это обозначает? Вы что от меня хотите вот сейчас, в данный момент? Я вообще не понимаю эту игру. Которая специально так задротит меня, или не специально, непонятно. 12 хп осталось. F5. Так. И что? И что дальше? Ага, обратно. Понял, обратно. Опять идти обратно. Теперь понятно. Вот оно как. Вот. Нашли друг друга. С тобой, мой ситцевый друг. Вот оно что. А, это мы обратно приземлились. Это мы обратно. Ну куда ты, блядь, прыгнул-то? Алло. Не перепрыгивай 150 раз, блядь, что ли? Непонятно. Я не понял, алло. Капец какой-то вообще. Что это, блядь, значит? Ты можешь допрыгнуть, пожалуйста. Давай! Вот оно что, блядь, вот оно что, F5. Вот оно что. Yeah.
Так, нажмем сейчас еще раз F5. И начнем, наверное, уже... Да, вот так вот. Пусть они летают. Да хер с тобой. Короче, начнем мы уже непосредственно. Так, еще раз F5 нажмем или нет? Сейчас я, народ, секунду. F5. Откуда мы начнем-то, если проиграем? Давайте посмотрим. Да, отсюда же начинаем. Так, F5. Все. Вот теперь точно все. Это мы прошли не уровень, это только этап. В уровне, как, собственно, и в Раймане. Это игры, что Раймон, что Червь. Это все, блядь, платформер. Ну что, народ, я прошу прощения, наверное, много потратил времени, да, проходил долго с этими подводными уровнями, с этими подводными средствами, еле-еле там уделался, как потом эти космосы, эти боссы всякие, вот эти вот соревнования на этих веревках, это, блядь, вообще меня вымотало нахуй, вымотало просто. Извините за мат. Ну а что делать? Еще на стене написал Рекси, просыпаюсь, видно, стена без долбоёб. И это как понимать, я не пойму юмора. Это вообще ни о чем вообще, просто я не понимаю. Ладно, это была пятая серия, ну, пятая, по-моему, пятая. Ну, может быть, я ошибаюсь, посмотрим там в Ютубе потом, увидите какая-то серия. А, Червь Джим. И Эс Вом Джим. Игросериал. От Кирилла Женского. Ну что же, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, как обычно, тоже ставим лайки, иначе, как обычно, я уже говорил, это у меня будет самый большой член в мире, по вашему мнению, по мнению тех, кто автоматом поставит дизлайк, да, именно так. Все, народ, всем удачи, всем пока. Надеюсь, что запишу скоро, не буду сильно временить, надеюсь, что запишу скоро следующую серию Червя Джима. Все, всем пока.